Так, у нас сегодня стресс. Мы идем на день рождения к одной девушке и выбираем сейчас ей подарок. Решили купить что-нибудь из красивых украшений. Помогите нам, пожалуйста, определиться в комментариях. Я догоняю Юлька, которая будет мне сейчас все показывать. Юлюк, ну подожди, куда ж ты летишь? Я не успеваю за тобой. Вот в этот магазин мы пойдем. Да, я пока все покажу людям. Смотрите, вот такие вот интересные серьги мы решили подобрать. Хотели бы что-то вот такого плана выбрать из лавового камня или из, может быть, что-то подвесок. Напишите, девчат, что вам было бы интересно. А мы сейчас будем все мерить и, так сказать, все дегустировать. Вот такие вот интересные брошки. Очень будет интересно. Вот серебро, смотрите, 925 пробы. Пойдемте вовнутрь. Так, что это, Юль? Давай посмотрим. Это серебро позолоченное. Это золото с серебром, да? Анка? Нет, серебро позолоченное. Сложно одевается, это уже минус. Нет, одевается просто. Ну, красиво. Красиво смотрится. Вот эти вот мы серьги увидели сразу, и сразу сказали, что они самые крутые. Разбилась, упала. Ай. Ну ничего страшного. Юль, ну что, можешь показать, как они на тебе смотрятся? Не знаю, как вам. Вот, пишите ваше мнение. Ну, это подарок для другой девушки. Ну, тебе тоже идет. Ну, пока Юля выбирает, давайте посмотрим, какие здесь еще украшения есть. О, смотрите, вот это вот кораллы коричневые. Это примерно то, что мы покупали в прошлый раз на пляже и сказали, что нас тогда обманули. Вот, а здесь, в принципе, видите, профессиональный бутик, а кораллы все те же самые продаются, по сути. Вот, смотрите, лава, кораллы. Вот, тут, конечно, цена не написана. Давайте я сейчас узнаю, чтобы примерно вам показать, сколько что стоит. Так, а вы заказывайте, ребят, пишите в комментарии, и мы вам все пришлем. Шутка, конечно. Этим заниматься мы уж точно не будем. Ну, в общем, то, что на витрине сейчас нам показывали, стоит от 30 до 120 евро. Сейчас решили все-таки в другой еще магазинчик зайти, посмотрим, что там продается. Как же красиво тут в торговых центрах, такая красивая. О, смотрите, это вообще ногтевой салон. Ногти и маникюрчики делают. Так, ну мне нравятся вот эти серьги, Юль, смотри. Друзья, может быть, лучше сумку купить, шляпу или какой-нибудь пояс. Посмотрите, как все красиво. Такое все нарядное, красивое. И вот красивые украшения. Вот. Тут, ну, кажется мне, Юль, что здесь какое-то более все детское, нет? Тебе не кажется? Это вот такая мода. А вот, смотрите, акулий клык. Где-то я видел акулий клык. Вот он. Но на самом деле это, наверное, не настоящий. Так, какие-то брошечки. Ну, это все тоже стоит примерно от 20 до 60 евро. А я бы взял вот такое украшение. Это кораллы вот с такой рыбкой. И стоит это все. Сейчас я узнаю, сколько это стоит. Юль, давай вот эту рыбу возьмем. Она стоит 50 евро. Давай, она очень красивая. Скажи свое мнение. Или мнение скажи по рыбе. По рыбе мнение скажи. Какая рыба? Сумочки красивые, ребят. Ну, я не знаю, как вам, но мне вот это украшение очень нравится. Оно реально крутое. Смотрите, рыба крутая. У меня вкус очень хороший. Здесь, смотрите, лягушечки. Лягушечки. Вот. А Юлек все что-то перебирает. Копается. А ну-ка, показывай. О, сетребель. И легкие, да? Но мне первое больше всего понравилось, которое с камнем. Те, которые? Да, в том магазине. А здесь вообще вот очень модно вот такие сережки. Все местные девушки ходят вот с такими большими сережками из перьев. Ну все, ребят, решили мы все-таки пойти взять те серьги, которые с камнями. Жалко, конечно, что мы не прямую трансляцию ведем и невозможно с вами пообщаться. Но я надеюсь, в комментариях мы как раз-таки с вами сошлись во мнении. Все, берем серьги и погнали. Это серебро с позолотой. Ну давайте, чтобы мужчин тоже не расстраивать, вот показываю печатки, которые тут есть. Но печатки, колечки, в принципе, неплохие.
И есть интересные вариантики. О, Юлек, я бы хотел на день рождения вот такую себе цепь. Я очень люблю такие браслеты и цепи, чтобы толстая прям была. Такая бульдожья цепь. Юль, ну что, как там будет это все выглядеть? О, это очень красиво. Да? Я думаю, что да, это очень приятный подарок. И смотрите, обычно у нас крестики продаются, а здесь, видите, продается Будда. Ну хотя, смотрите, католический крестик тоже есть. Вот, ну а так в основном Кришна и Будда. Так что, ребят, пишите ваше мнение в комментариях по этим украшениям. А это вот всякие сталактиты, нефертиты и так далее. На все, мы побежали, нам еще надо в школу успеть. Вот, рады подарку. Все классно. Надеюсь, вам тоже это все понравилось. Подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки. Телеграм-канал называется Кузьминов Новости, а мы уже опаздываем, заявили, и надо бежать. По цене я вам сейчас не скажу, потому что это подарок. Ну, вы примерно понимаете порядок цен. Всем добра.